Следующий вопрос. هل لساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه? Может ли сборщик заката, который собрал закат людей, распределить его самостоятельно? Или он обязан принести этот закат правителю, а потом уже правитель сам его распределяет? يجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفريقها. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, правитель может назначить сборщика заката только на его сбор, без его распределения. Имеет на это право. لحديث أبي حميد الساعدي إذا حديث أبو حميد الساعدي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية когда пророк صلى الله عليه وسلم послал собирать закат человека, которого звали ابن اللتبية فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه وسلم и он собрал закат и принес его пророку صلى الله عليه وسلم فقال, а затем сказал هذا لكم وهذا أهدي لي это вам, а это мне подарили. То есть что начал делать? Распределять. Это говорит вам, а это подарок мне. Так, по хадису, и пророк Саросом что порицал его? И сказал, если бы ты сидел дома, кто бы тебе это подарил? То есть тебе подарили этот подарок, потому что мы назначили тебя сборщиком заката, так или нет? Нам этот хадис приходит у Бухари и Муслима. А также из-за хадиса хадисы ибн аль-Мухарика у имама Муслима. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Акым хатта таатияна садака, фанамуру лака биха». «Оставайся у нас, пока к нам не принесут закат, и мы выделим тебе что-либо из этого заката». То есть в этих хадисах на что указание? Что правитель распределяет закат самостоятельно. И этим не занимаются сборщики заката. Это ясно или нет? Говорит, «Уэбюзу ан юалли джибаята ватафрихиха». Но если правитель считает это нужным, то он может поручить сборщикам заката как его сбор, так и его распределение. Из-за хадиса Имрана ибн Хусейна у Абу Дауда, а также у других, «Анна зиядан ау бадал умара», то, что зияд, или некоторые из других правителей, то есть зият это имя человека. Баасу аля садака послал его, то есть Имран ибн Хусейна, собирать закат. Фалямма кадима Имран кала лаху айна аль-мал. И когда Имран вернулся со сбора заката, правитель спросил его, где имущество? Кала валиль-мали арсальтани. И тогда Имран сказал, а ты меня что, за имуществом разве посылал? Ахазна мин хайту кунна наахузуха аля ахди Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям. Мы взяли его у тех, у которых забирали во времена посланника саллаллаху алейхи ва саллям. وَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا и распределили его так, как распределяли его على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم во времена посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. Муиснаду сахих, иснад этого сообщения достоверный. То есть основа, что сборщик заката собирает его и там же распределяет. Это основа. Кроме как если правитель даст другое поручение и распоряжение, скажет, вы лишь собираете, а распределяют другие люди. Ясно или нет? Но как сборщики, так и распределители подходят под понятие сборщик заката, который берет из заката свою зарплату. Ясно? Знаешь, это дело возвращается к кому? Правителю. Вместе с тем, что основа в этом деле, что сборщик может распределить. Кроме как, если это ему не запрещает правитель. Далее.